Блогер Лазар возмущается бездействием администрации Куйбышевского района, где в домах на улицах Народная и Заливная из-за ремонта будут отключать свет в дневное время аж до 2 февраля 2012 года. «Кто-нибудь может объяснить мне, — спрашивает автор, — как жить морозы людям, у которых отопление домов работает от электросети и нет в доме газа? Почему должен в своем доме мерзнуть человек, возвращающийся утром с дежурства, а дома плюс один и пища такой же температуры? А чем кормить маленьких детей? Они что, должны грызть до 2 февраля замороженные кашки? Или детям теплая еда не положена? Неужели нельзя этот ремонт было провести в незимний период? Или это очередной распил? Конец поста. Ну а блогер Магарал недоволен градостроительной политикой городских властей, которая, цитата, действительно является разрушительной. Сегодня, утверждает автор, сохранение памятников истории и архитектуры на территории Самары – сплошная профанация. По факту мэрия не сделала ничего для того, чтобы старую Самару можно было спасти. И это при том, что подавляющее большинство памятников находится как раз в муниципальной собственности. Именно собственник должен их охранять. Не нужна старая Самара новой самарской власти, заключает блогер. Вместо этого сплошной пиар.